Привет, друзья! У нас боль и отчаяние, у вас печеньки и чай, и мы продолжаем превозмогать племенем на сложности Кара Пекла. Это игра RimWorld, глобальный модпак Hardcore SK. У нас 17-й эпизод, если я ничего не путаю. Так, у нас в конце прошлой серии пришли на нас вот эти ребята. Сейчас от них нужно отбиваться. Они у нас диверсанты, поэтому прорываться будут вплотную, напрямую. Пойдут по диагонали вот сюда вот. Тут, к сожалению, у меня оборона какая-то слабоватая. Деревья отсюда никак не выпилены. Вот, поэтому как-то будем от них отбиваться. Непонятно как пока что. Сделаю я следующим образом. Вот это все. Вот, теперь нужно поднять мне всех моих бойцов. Так, вы сюда. Да, псих, к сожалению, мне тут помощи никакой оказать не сможет. Поэтому будем вот так вот делать. Риск нервного срыва. Крафт, что у тебя? Голодный, да, ты? Ладно, употребляй. И Патриция еще у нас голодная. А, Патриция у нас просто. Блин, она сейчас психанет, к сожалению. Патриция, давай-ка ты пойдешь. Справишь вечеринку. Хотя, блин, мне сейчас все стволы нужны. Но я рисковать не хочу. Абсолютно никак. Чё ты так медленно ходишь? Да, все под кайфом. Блин, капец. Еще и жрать хочет. Да, что-то у меня ребята тут все голодные, воевать некем. Да блин, что такое? Зачем я их тогда отправил? Давай, дуй. Такс. Так, значит, что мы будем делать? Что мы будем делать, не знаю. Есть Скар. Можно на скидку попробовать пострелять. Но я, к сожалению, не успею, они сейчас ворвутся. Что гранатчик уже подошел. Ну да. Надо, значит, отходить и потихоньку отстреливаться как-то от них. Абсолютно я ничего тут не могу пока сделать. Замечательно, эти придурки сами себя тут еще немножко побили. Так, давай-ка прицельно. Ну блин, японский городовой. Давай, стреляй в него. В голову. Замечательно ему попал. А, больше они, к сожалению, попасть нормально не могут. Так, вы поели? Вы поели. А, я ж Патриция хотел вечеринку организовать. Ужасное место легкое. Блин, придется как-то рисковать. Нужно расставлять людей. Так, вопрос в том, кого куда поставить. Ты, значит, иди сюда. Кукмайнер, ты тоже иди сюда. Будем как-то, не знаю, стараться отбиваться. Пока не знаю как, но что-то будем делать. Так, тебе прицельно навскидку меняем. Вы двое, идите сюда. Будете где-нибудь тут стоять. Да, ребята пошли на штурм. Ладно, придется немножко тогда попридержать коней. Здесь. Сколько у тебя патронов? Патронов у тебя 100 с чем-то. Ладно, поставим очередь. Иди сюда. Не знаю, как это отбиваться от ребят буду. Иди сюда. Пожалуй, надо как-то дислокацию поменять. Очень-очень неудобно я тут нахожусь. Так, вы двое сваливайте. Плохо то, что я без перекрытия, конечно, ухожу. Так. Сейчас, возможно, кого-то ранят, может быть, даже убьют. Хочу сделать вот так вот. А вы все сваливайте внутрь. Уходим внутрь базы. Благо... Так, билдер, уходи. Так, не-не-не. Эту дверь нужно пока что держать открытой. Медкрафтером выйду сюда. Посмотрим, может быть, получится. Кровать. Кровать, ты мне слишком дорого. Уносим нафиг кровать. Это все фигня, это все можно восстановить. Так, давай-давай, потихоньку отстреливаемся.
Еще одного прибили. Да, Скар, конечно, тащит. Правда, сейчас медкрафты ранить могут. Возможно, сейчас они здесь врываться будут. Надо тогда сюда подвести людей. Так, автоматчик. Автоматчик. И чувак с шотганом. Это вы. А вы двое пока стойте здесь. На подхвате. Да, я, конечно, сам себя в угол загоняю. База очень-очень плохая конфигурация. Так, у тебя... Ладно, а ты хавай. Уходим. Хлоп. Так, в принципе, можно, наверное, сюда еще одного подвести. Я не знаю. Ну, хотя он так-то сейчас... Тут у меня не починено. Ну, я не ставил обновление, которое траекторию чинит. Блин, эту бы кровать тоже надо перенести. Успею, не успею. Ладно, давай рискнем. Может быть, успею. А ты иди сюда. Отлично, придурки сами себя бьют. Так, уходим. Главное не подставиться под удар, а то это будет крайне опасно. И главное сейчас, чтобы холодильник у меня еще не разобрали. Так, 8 из 20, давай. На выход. Еще один готов. Давай, осталось еще пару человек буквально. Медкрафт, держись. Вне опасности. Блин, порез шея. Еще один выстрел в шею, блин, и... Да, он может сдохнуть. Уходим. Так, здесь у меня... Блин. Кто у меня тут с шотганом-то был? Давай потом мыться будешь. Сейчас надо выйти, принять этого чувачка. Так, и мне нужен... А, это был медкрафт. Так, смотрим. Псих вырублен. Билдер. Медицина 6. Билдер, давай иди сюда. Сейчас будешь медкрафта лечить. Вылечить его надо срочно. Так, а ты с шотганом выходишь? На тебе. По сраке прям. Так, отходим. Хрен вам. Сейчас я из вас мясо буду делать. Да, что-то ребята разбежались. В принципе, у них... Ну, один гранатчик, вот, Рената остался. Или осталось. Если сейчас подождать, они тут сами от кровопотери сдохнут все. Так, здесь у меня разобрали печку, к сожалению. Ну, печку эту построить, как бы это не самая страшная потеря. Построить ее будет недолго. Так, здесь Патриция. Патриции, кстати, давай подойдем сюда. Медкрафт, отдыхай до выздоровления. Порез. Лечить я буду аптечкой. Я сейчас не хочу тут размениваться на всякую фигню. Нафиг. Билдер. Делаем, значит, вот так вот. Давай, лечи. А ты... Иди сюда. Конечно, лучше бы другим чуваком каким-то дверь открывать. Так, а ты выходи сюда. Давай-давай-давай, добей его. Так, уходим. Уходим на перезарядку. Так, ты уходи. Чё там, вылечили его, нет? Блин, эти еще накуренные, придурки. Я не знаю, хорошо, наверное, так накуренным-то воевать. Капец. По 30 отходов. Сейчас мы их затупим. Ничего тут страшного. Главное, вот это, чтобы гранатчик меня сейчас тут не закинул гранату. Держи. Получай, фашист, гранату сам. Иди сюда. Еще одного вырубили. Замечательно. Блин, чё ж они никак не отрубаются-то? Еще один вырублен. Сколько можно-то? Давайте уже. Идите уже домой, а. Да, дроби у меня, конечно, вообще не осталось. 32 штуки. Так, ты перезаряжайся. Да, медкрафт перемотали. Я ему уход снимаю. Сейчас он полежит тут слегка. Билдер, а ты... Да, идешь там что-то хавать. Тебе перезарядку делаем. Ну, блин, я тут
такими темпами полсерии воевать буду. Ну, к сожалению. К сожалению. Так, ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Так, отходим. Не-не-не. Уходи, 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 уходи. Вот так вот. Он просто начинает стрелять опять по стенкам. Повторюсь, я апдейт не ставил. Я, к сожалению... Так, ребята тут пошли в обход, но они тут по капканам далеко не уйдут. Сдохнут на капканах моментально. Можно было бы, в принципе, вообще так-то закрыться. Вот, и подождать. Но, ладно уж. Чё там с перезарядкой-то? Так, чувак тут с гранатой что-то собрался делать нехорошее. Давай вот в этого. Уходим, 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 уходим. Блин. Никак не сдохнут. О, эти там на капканах начали умирать. Блин, почему они никак не отступят, а? Так, уходим. А ты, к сожалению, не успела, да, перезарядиться. Все, спасаются бегством. Замечательно. На тебе еще по жопе сзади. Уходи сюда. Ты уходи сюда. Замечательно. Пережили атаку. Непонятно как. Так, эти убегут. Я не знаю, они сейчас тут все, наверное, еще повырубаются. Но тут всего 4 капкана. Я сюда пока их не пойду заряжать, эти капканы. Нужно восстановить стену. Стену, конечно, можно восстановить вот. Из гранитных блоков. Чтоб сразу же переделывать на нормальную стенку. Потихонечку. Вот, а этих всех... Что у тебя вообще по вещам есть? Я так понимаю, ничего путнего у них не... Вообще. Так, ну этих всех надо похоронить. Похоронить и добить. Занимайся всеми делами. Так, Крафт, вот ты умеешь добивать. Так что иди добивай. И тебя вылечат. Ну что? Как так можно на таком расстоянии-то не попасть? Идиоты. И давай сейчас еще промахнись. Ну неужели? Так, ты будешь добивать. Рваная одежда. Что у тебя из рваной одежды? Рюкзак, да? Ну, с этим, я надеюсь, мы потом разберемся. Копает гранит. Давай ты сейчас будешь похоронами заниматься. Готов. Я не буду тут церемониться. Мне тут надо сейчас всех добить. Так, а ты давай строй. В том плане, что кого-то там пытаться себе забрать, что-то еще, нафиг это надо. Тут сейчас так... Сейчас тут такое время будет в игре, что ко мне вот такие толпы будут ходить вообще постоянно. И мне тут с ними церемониться никакого желания вообще нет. Так, добивай. А ты будешь хоронить. Я тут, конечно, сейчас немножко в ручном режиме все это поделаю. Крафт свободен. Билдер достроит. А этой лайтой я похороню. Я что-то вот не знаю, можно ли какую-то массовую команду на похороны сделать. Здесь дырку пока оставлю, пофиг. Ну, точнее, тут можно вот так вот сделать. Вот, билдер это у нас тут достроит. Кровати, в принципе, у нас остались, так что это хорошо. А так бы у нас кровать бы тут еще выпилили. Лучше уж лишний раз... Лучше перебздеть, чем недобздеть. Поговорка есть такая. Это сюда. Так, лайта... Да, у тебя стресс, конечно, капец. Давай, ты хорони. Блин, сколько ж вас тут этих горемык ко мне пришло. Ужас просто. Похоронить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 человек еще надо похоронить. Там справа еще валяются у входа. Ужас.
Да, печку мне, к сожалению, раздолбали. Ладно, печку я восстановлю, это не самое страшное тут. Да, был бы у меня сейчас терминатор, было бы все гораздо проще. Но, к сожалению, термоса нет. Приходится вот страдать таким вот образом. Длинный меч мы перенесем. Билдер хавает. Сейчас, смотрю, отпустила тебя, что ли, от этого? Так. 11 из 20. Давай, хорони. Хороняка. Осталось-то тут вообще совершенно чуть-чуть еще тут. Всего ничего. Раз, два, три. Ну, троих, четверых еще. Да. Эти двое, этот один. Блин, капец, что за картина у нас? Все в кровище. Все разбито. Да, хорошо, что это не какая-нибудь там корпорация Орион. А то бы мне сейчас капец бы тут был. Меня бы просто выпилили и все. Ну, а сейчас будет пати провести обязательно. Похороню еще двух и проведу вечеринку. Псих, конечно, не сможет на вечеринке поучаствовать, потому что псих у нас вырублен. Псих вообще проспал всю осаду. Блин, билдер тут не доделала. К сожалению. Не доделала, заставим. Так, я думаю, наверняка здесь где-то еще какой-нибудь труп есть. Нет, нету. На, все убежали. Сейчас будет история, как с Васянином. Начнут ко мне ходить туда-сюда, обратно. Все, последний трупак. Такс, эту чини. И дальше пойдем бухать. Такс, вы сюда. Крафт. Сюда. Вы двое сюда. Давайте, давайте, бегом. Собрались и побухали. Тут вон есть медовуха. Замечательно отдохнете. Все, фу. Я надеюсь, сейчас не так много, не так сильно стресса будет проявляться, не так много их будет. Потому что это капец. Так, ну и здесь можно, в принципе... Да, блин, отстаньте от меня. Этого надо похоронить. Вот, это надо перезарядить. Фух, вроде восстановились от этой дичи непонятной. Так, только кроватников перенести не могут. Так, ты чем занимаешься? Давай-ка. Сюда. А это сейчас надо построить. Билдер, ты где? Билдер тут пошла заниматься фигней какой-то опять непонятной. Зарядка капканов. Сейчас вручную опять же прослежу. Так, давай, уноси. Да. Да ладно, ну. Билдер, ну чё так сразу забегала, я не знаю. Как бухлом, так. Да, как бы сейчас у нее зависимости не возникло. Ладно, эти сейчас все починят, подвыпивший. Надеюсь, все будет хорошо. Что, кстати, у нас с едой? Мясо 64. Да, мяса остается мало. Надо бы этих тигруль тут разделать. Лайта начинает потихоньку копать. Это я бы хотел унести отсюда. Это мне тут совершенно не нужно. Так, и капканы надо зарядить. А длинный меч нужно унести. Что вещь полезная, и это унести. Все, сейчас ход сюда прокопаю. Можно, в принципе, за стали будет как-то попроще ходить. И вопрос остается открытым. Могут ли в такой узкой фиговине зареспиться жуки? Потому что если могут, ну это капец. Истерика. Да ладно, давай тебе истерикозить-то. Надо, кстати, приборочкой бы заняться. Вручную сейчас направлю. Я не хочу приоритетами опять переключать. Как всегда, да? Ну лень она такая, видите? К сожалению, что с этим поделать? Тут вообще, тут же есть кнопка, ну, прибрать территорию, где-то здесь в углу, вон, метелка. Не знаю, я что-то и никогда не пользовался, если кто пользовался. Хотя нет, надо потом будет посмотреть, наверное, в режиме разработчика. Тут очень много всяких модов понаставлено в сборке, которые, ну, мне, например, абсолютно нафиг не нужны. И играть с ними тоже особо желания не горю. Ну, раз стоят, фиг знает. Подключать, может быть, их, конечно. Так-то тут и игра позволяет всякие разные конфигурации иметь. В сборке-то в своей. Хотя,
Хотя можно и так, в принципе, назначать, какая разница, да, повар пошел готовить. Это замечательно. Медкрафт. Псих снова может ходить. О, псих раздуплился. Здорово, псих, как дела? Что там нового приснилось? Крисер Аврора. Что ж тебе снится? Крафт пошел хавать. Скрытые залежи ресурсов. Чё? Эй, ресурсы. Скрытые залежи ресурсов. Ну, конечно, это круто. Так. Но, блин, хз. Зачем они мне сейчас тут? Я вообще не понимаю. Давай-давай, приборочку. Плохо то, что тут нельзя как-то одной кнопкой сделать так, чтобы все начали вдруг убираться внезапно. Ну, то есть, грубо говоря, без всяких переключений просто нажал кнопку, и все начали убираться. Или нажал кнопку, все начали внезапно что-то чинить. Вот это было бы круто, а так... Блин, придется, наверное, все-таки через работу настраивать уборщика. Очень не хочу я вот эту вкладку менять. Ну, капец как не хочу. Ну, а не забыть потом, потому что там пятерка была. А Патрицию я оставлю, как есть. Этого еще не хватало. Блин, если эти дурацкие москиты будут здесь у меня внутри базы появляться. Так, это запрещаем. Это запрещаем. Это называется одно лечим, другое калечим. Ну что там, докопало, нет? Копаешь еще. Вроде пока никаких москитов не видно. Слушайте, а по таблице можно посмотреть, где они находятся, эти москиты? Жук, мухомутант. Вот вы, наверное, да? Ну да, наверное, они все-таки. Так, здесь у меня вроде не видать ничего. Ладно, сейчас они приборку закончат. Вот, надо будет восстанавливаться. Вообще, мне нужен строитель. Где-то там. Так, строитель. Иди-ка на горшок. Затем строишь вот это. Это я пока законцелю. Чё? Древесины нет. Как так-то? Ладно, сейчас вырубим. Древесина появится. Да, древесины нет. У меня даже топлива нечем заправлять. Залежи угля. О, вот это, кстати, вполне так в тему мне. Не нужно будет перегонять. Не нужно будет перегонять уголь лишний раз. Давай-ка ты тоже порубишь. Просто если сейчас будет какая-нибудь тьма, мне даже противопоставить нечего будет. Факелы-то не горят. Псих успокоился. Замечательно. Так, и я сейчас надеюсь, псих тоже пойдет вырубать эти дурацкие деревья. Ну, после того, как они здесь все подметут. Так, да. Патриция, руби. Псих, руби. Да, что-то с деревом какой-то фиаско вообще тут у нас происходит. Крафт, давай-ка ты похоронишь вот эту вот штуку. Надо, пожалуй, наверное, еще одну могилу сделать, потому что уже 17 из 20. Так, это у нас в разном. Большое захоронение. Ну, где-нибудь вот здесь вот. Сейчас абсолютно нет никакого у меня желания все эти трупы перерабатывать там на что-то. Ну его нафиг. Так, билдер, а ты? Так, давай-ка стенку доделаешь. Нужно вернуть кровать сюда. И поставить, чтобы они вместе спали. А то проблемы у них возникают. Давай-давай-давай. Бегом. Ну, и здесь-то. Все, замечательно. Медкрафт-билдер. Кровать сюда переставляем, и пускай на пару спят. Так, а здесь у нас был псих, да, насколько помню. Псих. Патриция. Лайта, билдер. А здесь билдер и медкрафт. Ща, перепроверю. Так, социум. Муж, медкрафт, да. Все, замечательно. Всех вроде распределили обратно по местам. Тут, конечно,
Давай-ка вот так вот сделаем. Столько мне освещения здесь сейчас не надо абсолютно. Это просто лишний слив древесины. Слив лишней древесины. Так, все, ребятки у нас почистили, да, все полностью. Это замечательно. Камни эти можно унести. Так, и далее в работе. На пятерочке, да, у нас все было. Замечательно. Да, я никак не могу доделать здесь комнату отдыха, к сожалению. Скоро придется уже выходить за пределы базы, чтобы вырубать деревья. Но это неизбежно, увы. А, вроде комарьё меня никакой не кусает. То с этим комарьём, так я не знаю. Да, здесь, конечно, капец завал. Можно так-то, как я уже говорил, сделать подставу, гранаты накидать, потом еще поджечь, они взорвутся, поубивают там всех. Но это такое, не знаю. Контроль, меховая шапка. Возможно, мне, кстати, это пригодится. Мраморные блоки. Ну да, они разломали эту печку. Мраморные блоки, конечно, вернулись. Но, блин. Так, здесь терраформинг, нужен сбор ресурсов. Сюда. Ну, еще какое-то время пройдет, пока они это все доделают. Вообще, надо бы вот здесь вот сделать две комнаты. Потому что мне как раз две комнаты сейчас надо. Под этого человечка. И вот эту комнату освободить. Сюда перенести. Ну, будем ждать. По-любому будем ждать. Такс, это все на срочный перенос. Оно мне тут не нужно. Вот. Это можно собрать. Так, здесь тоже можно собрать. Не знаю, что там с этих грибов у меня получится. Надеюсь, что-нибудь полезное. Билдер, давай ты... удобрений нет. К сожалению. Ну, скоро они доспеют, эти удобрения. И у вас они внезапно будут. Такс. Далее. Мне бы нужно очень много досок. Что-то, к сожалению, с досками какие-то проблемы вообще. Ну, и срочный перенос. Здесь надо дверь просто поставить, чтобы лишний раз сюда никто не ходил. Ну, я имею в виду противник, когда на меня в атаку идет. Вот. Эпидемия малярии кончится, можно будет снаружи досок нарубить, потому что комары вон эти летают дурацкие. Но ко мне они, к счастью, не попали. И у меня они, к счастью, не зареспились. Ну, он летит уже, гадина. Может, он, конечно, уже улетает с карт? Не знаю. А может, кого-то убил. О, тут что, метеорит какой-то падал. Залежи серебряной руды. Но мне это не надо. Сейчас, по крайней мере. И у меня может начаться проблема с едой. Я же посадки не стал никакие делать. Мы же такие, да? Беспосадочные. Да, наконец-то начали делать доски. А, ну они сначала дрова делают. Блин, ну столько много мне дров не надо. Зачем столько много? Давай сотку. Так, сейчас я здесь дверь поставлю. Можно будет, в принципе, железо накопать и накопать угля. Единственное, что это надо, если копать, то надо сразу открытое место делать. Вот такое вот. Тут как раз еще есть вон светокамень. Потому что если все это закрыто будет, тут шанс спаун жуков и все. Привет. Нареспится, я потом запарюсь их отсюда выживать, этих жуков. Так, здесь надо сбор ресурсов сделать. Билдер, давай ты... Давай-давай-давай. Не отлынивай. Сейчас я это все руками тут заставлю его сделать. Еще два. Чтобы можно было уже что-то строить здесь. Замечательно. Кто-то с такими звуками противными летает. Комары, что ли? На, капец. Куда они все летят? Ко мне прилетели. Да, я надеюсь, ко мне на базу они не попадут. Что-то капец вообще со всех сторон обложили. И здесь летают тоже. Да. Ладно, я пока здесь, в принципе,
Пока здесь вон этим всем займусь. Тут еще тотем этот надо разобрать. Никак разобрать не могут. Строитель, ты что делаешь? Ничего, да, не делаешь? Такс. У меня, значит, есть гранитные блоки. Можно сейчас вот так сделать. И сделать вот так. И у меня будет комната. Хоть какая-то, да? Досок 50. И, как я уже говорил, нужно здесь тоже поставить, чтобы я мог здесь выкопать все. Вот это вообще все раскопать. Большим таким, ну, большим сектором, скажем так. Такс. Ну, тут можно продолжать собирать ресурс. Все это они потихонечку тут выгребут. Да, болото нормально, мы так осушили. А, и надо что-то, какие-то контрмеры, наверное, предпринять. Так, а это, блин, это же вроде у меня запрещено было. О, здесь можно всякого понаделать. О, наконец-то бинты я могу делать. Замечательно, я сейчас наделаю бинтов. Ссаных тряпок. Вот, ими можно будет хоть как-то получше уже лечиться. Но я думаю, этим я займусь уже в следующей серии. На этом время серии подходит к концу. Вот, если вам интересно, не забывайте ставить лайкосики, поддерживать прохождение лайкосиками. Оставляйте свое мнение в комментариях насчет всего вот этого. Давайте какие-то советы. А мы с вами увидимся в следующей серии. Пока-пока.